Сегодня две трети пожарной охраны города собрались в абсолютно затемненном здании Центра народного творчества на Гоголя и инсценировали бурное загорание. Немалое количество в городе деревянных и в том числе общественных и исторических зданий, а также прошлогодний большой пожар на Ленина, видимо, определили место проведения планового учения. Как раз данный объект представляет собой сложность в тушении, спасании, очень большая горючая нагрузка. Вот почему данный объект выбран. Понял вас. Сейчас в дальнейшем информация через сороковой. Всего за сегодняшний день пожарные выезжали гасить настоящий огонь 6 раз. Днем выгорел дом в поселке Шуя. Остальное — замыкание проводки и мусор в подвалах. Пострадавших нет.